вопросы сколько задать. Вы знаете, столько я знаю. Вы понимаете, вы верите в людей. Нам просто нужно знать, что я вам говорю, что вы знаете, то и я знаю. Я больше ничего не знаю. Я не мешаюсь вообще в эти дела. Вы понимаете меня? Я абсолютно не хочу. Вы же отец должника, и вы должны знать, где должник. Девушка, отец раз сказал, два раза сказал, нет, она иди нахрен, мне никакой силы нет. Я не люблю дальше работать. Вы думаете, мне приятно, что это карма, карма скажет. А сейчас вот лица находится у вас. Сейчас нету здесь. Хотите, зайдите, смотрите, здесь нету. Он уехал куда-то, он пензу хотел сдавать, я не знаю. Какие-то контакты для связи с должником у вас есть? Может быть, вы подскажете я нам? Знаю, ничего абсолютно. Тогда мы сможем быстрее разрешить вот это дело, и чтобы к вам уже больше никто не приходил, не беспокоил. Я вот на работу ухожу, через месяц только вернусь. Там дальше что-то будет. У меня нет долгу. Я за себя отвечаю, данный момент. Просто вот по номеру телефона с должником связаться нет возможности. Поэтому мы пришли по этому адресу, чтобы вы нам помогли хотя бы. Может быть, дали как номер телефона. Я говорю, сколько вы знаете, сколько я знаю. Вы я с ним вообще связь какую-то поддерживаете? Никакой связи я не держу. Вообще никакой. То есть они здесь не появляются, не проживают? Ну, бывает, приезжают. Да. Ну, а вот последний раз вы здесь находились? Я вчера только приехал, я сейчас опять собираюсь уходить на работу. Я не знаю. Просто мне друзья сказали, что там какой-то суд был, что был, и все, я больше ничего не знаю. Может быть, примерно, с какой периодичностью они приезжают, чтобы мы дальше пообщались с самим дружником? Я месяц дома не бываю, так я вам могу сказать. Я вот сейчас собираюсь, иди на работу. Я работаю. Другой город. Я понимаю, мы также работаем. Я здесь не работаю, я не знаю, где они, что. Спасибо вам большое, что время уделили. Спасибо вам. Извините.